требования к сотрудникам IT-компании растут как снежный ком. Месяц назад компания EPAM System запустила образовательную программу University Days. 8 апреля встреча с представителями передовой IT-компании состоялась в стенах Харьковского национального университета радиоэлектроники. Мы в своей компании месяц назад запустили инициативу, которая называется University Day. Цель этой инициативы – поделиться лучшими практиками по подготовке, по тренингам, по образовательным инициативам, программам, которые накопились в нашей компании. И вот какая-то такая критическая точка наступила, что мы подумали, нам надо делиться этим с университетскими преподавателями, с университетскими сотрудниками, для того, чтобы эти практики внедрялись в наших вузах с первых курсов. Поэтому мы собираем, приглашаем на эти встречи именно молодых преподавателей, преподавателей опытных, узнать у них обратную связь и поделиться своими наработками. Сегодня вторая встреча. Которую мы выбрали неспроста, потому что один из наших ключевых партнеров, мы являемся партнерами университета уже более 5 лет. В университете у нас 2 совместные лаборатории, целый ряд студенческих тренингов, которые помогают студентам вузов становиться молодыми специалистами нашей компании. Ну и большая такая цифра, более 45% наших сотрудников Харьковского офиса компании EPAM. Первая встреча была исследовательской. Компании необходимо было убедиться в необходимости такого рода мероприятий для сотрудников вузов. Получив обратную связь, компания EPAM решила продолжить обучение в форме интерактива. Мы хотим, чтобы больше преподавателей были на острие технологий, это во-первых. Во-вторых, хотим, чтобы они приходили к нам, в том числе работать. У нас большая программа, она разделена на 2 части. Первая часть проходит в университетах, это внешние тренинги, и мы мотивируем, в том числе и материально, и преподавателей, чтобы они работали у нас. Несмотря на то, что целевая аудитория – это преподаватели, среди участников были и студенты. По словам спикеров, образовательная программа доступна для понимания всем, но данная программа рассчитана на обучение именно преподавателей, ведь они являются провайдерами знаний и могут правильно доносить эти знания большому количеству людей. Сегодня я пришел сюда, чтобы поделиться своими знаниями, своим опытом, своей экспертизой в каких-то аспектах. Этим я занимаюсь в RD-департменте в EPAM, и сегодня я пришел показать, на что это похоже для преподавателей. Для компании очень важно, чтобы преподаватели вузов обучали студентам согласно требованиям IT-компании, а преподавателям, в свою очередь, важно давать самые передовые знания. Мероприятия компании EPAM System будут проходить в разных технических вузах 1 раз в месяц. Первым вузом был выбран именно ХНУРЭ, так как на протяжении 5 лет компания тесно и плодотворно сотрудничает с одним из лучших технических вузов Украины. Университет электроники является вообще ключевым вузом для EPAM Systems, потому что мы один из лучших технических вузов Украины, являемся в хорошем смысле поставщиком самых лучших кадров для компании, и мы очень известны в плане сотрудничества с компанией. Наших ребят ценят уже как очень хороших специалистов, и многие наши преподаватели сотрудничают с компанией, и поэтому сегодняшнее мероприятие в нашем университете – это такая дань уважения нашему вузу как вот ключевому партнеру компании.